Главная проблема недостаточного интереса молодежи к общественной жизни – отсутствие социального лифта. К такому выводу пришли участники очередного дискуссионного клуба, который собирается на площадке партии «Единая Россия». Весь теоретический опыт школ молодых лидеров, как показывает практика, разрушается, когда дело доходит до работы. Модератор встречи, писатель Григорий Спичак, задался вопросом, куда пропадают молодые лидеры, ведь их так хорошо слышно на различных форумах. А директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев предложил, прежде чем заниматься привлечением молодежи, точно понимать, для чего это нужно. Депутат Госдумы Ольга Савастьянова ответила на это, что ей в жизни помог комсомол, научил решать проблемы и договариваться. А сегодня кадры хотят всего и сразу. Очень умные, талантливые, заинтересованные, трудяги. То есть надо тебе с утра до ночи. Но не умеющие сделать элементарно. Вот задачу ставишь, допустим, вот я все время вспоминаю, допустим, вот как нам задачу ставили, да, там, ты должна вот создать эту систему. Ты спрашиваешь, а как это сделать? И тебе в ответ, как хочешь, так и делать, ты ее должна создать. По единому мнению, более четко в истории молодежной политики региона задачу выполнял проектный комитет. Но после известных сентябрьских событий он прекратил работу. Тогда, напомним, активисты могли заявить свои идеи экспертам. И если проект оказывался интересен, получить методическую, организационную или даже финансовую помощь. Одним из результатов, например, стало тогда появление клуба смешанных единоборств «ММА Север».